Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Валентина, и мой канал называется «Житейское вязание с Валентиной». Сегодня у меня уже 1:30 дня. Время бежит, скажем так, так незаметно, сколько планов дел. Утром просыпаешься, вроде бы 7-6 часов, уже обед, после обеда. Дел не в проворот, вот села передохнуть, муж пришел на обед, пообедал, ушел на работу. Я убрала, приготовила покушать, съездила маме в больницу уже, справилась я, отвезла ей покушать. Сейчас по плану у меня уроки, мы на дистанционном обучении, уроки школьной программы, уроки музыки. Учительница попросила снять видео, как он играет, и отправить ей. Вот, может, и с вами поделюсь. Уроки, уже сказала, школьные. Потом хотела еще немножко повязать, если удастся мне. Может быть, под вечер, а может, и пораньше. Вот основное такое сделала, домашние дела. Теперь займусь, поработаю мамой, а потом, может быть, вязальщицей. Зефирку, кофеек. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Оставайтесь со мной. Гарри, Гарри, что там, воробьи? А так может часами сидеть, смотреть, охотится он. Вот заботы, вот проблемы. Гарик, Гарик, Гарик. Вот такое любимое занятие нашего кота. Охотиться на воробьев. Теперь ляжет, отдохнет немножко. Даже не реагирует. Покушал и пошел на охоту. Рядували людей, видно на лучшие смерти. Если бы та страна купила бы и я бы купил через карточку, это было гарантированное 8 число, то есть день трагедии. Що спільного між обранням Дональда Трампа президентом США, грецькою економічною кризою та появою вірусу Ебола? А те, що всі ці події траплялися в мультсеріалі «Сімпсони» задовго до їх появи у реальному житті. Що там? Творці «Сімпсонів» змогли передбачити майбутнє, чи це просто збіг? У першій половині 2020-го 6 мільйонів осіб захворіло на новий, невідомий раніше коронавірус. Конспірологи стверджують, що світову пандемію болгарська проводиця Ванга передбачила ще у квітні 1995-го. Коли буде рік дзеркала, світло перевернеться на... Граємо і тут. Thank you.
Еще одно включение. С музыкой закончили. Сели учить уроки дальше. У нас по плану математика. Вот такие у нас дела. А там еще украинский язык. Английский. Ты начертил уже, да? Угу. Покажи. Вот, молодец, делает задачи. Вот, тебе нравится на дистанционке? Да. Да? Нравится чем? То, что, что мама дома. И не надо никуда идти, например, далеко идти в стол, чтобы покушать. Друзья приходят, друзья приходят, ты гуляешь, да, на свежем повітрі? Да. И перерывы тут лучше. Перерывы? Угу. На перерыве можно кота потискать, да? Добре. Так. А у нас уже вечер, уже у нас на улице темно. Мы все еще занимаемся. Вот, покажу вам. На улице темень. А мы делаем уроки. Друзья, спасибо вам за подписку, за то, что смотрите меня, пишите комментарии. Мне очень это важно, ценно и приятно. Оставайтесь со мной, приходите в гости на мой канал. Спасибо вам, что вы прожили этот день со мной. Немножко я вам рассказала, показала своей жизни. Заходите в гости. Всех люблю, целую, крепко-крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Всем пока-пока.